Just let me be with you. И снова всем привет молодым, а те, кто постарше, всех приветствую. В общем, ребят, сегодня будет новостной ролик, давно не было новостей. Сегодня расскажу все, что будет в ближайшем обновлении Free Fire. То есть сейчас будет у нас Рагнарёк. Событие Рагнарёк, вы уже посмотрели заставку при входе в игру. Вот, я все про это расскажу, плюс расскажу про дополнительные сеты, расскажу про новый P90, да, будет новый P90, и расскажу про новые также костюмчики. Поэтому досматривайте этот ролик обязательно до конца, не забывайте поставить лайки и подписаться на меня. Давай, вот давай, все, давай, прямо сейчас. Давай, вот лайк ставишь и погнали, окей? Окей, все, давай, вот все сделал, красавчик, я тебя обожаю. Погнали смотреть, let's go. Йоу, братишка, ты же хочешь много пропусков, много доната, да? Конечно же, ты можешь воспользоваться моими спонсорами этого видеоролика. Ведь спонсор этого видеоролика OneX. Ведь там самые высокие коэффициенты и это самый надежный и качественный букмекер. Ребят, по моему промокоду, который внизу, вы можете получить до 6500 рублей при первом депозите. Ну, давай, участвуй. Ну и погнали ролик смотреть. Go. А люди задаются таким вопросом, что это такое, что это за аниме? Ребят, это очень-очень сильно популярная игра, но она популярна в Азии. Даже я играл мобильную версию этой игры, Рагнарёк, Роял, там что-то там так-то, по-моему, называется. Вот, даже точно скажу, Рагнарёк Этернал Лов. В общем, вот такую вот версию игры я играл, но на самом деле у нас сейчас будет коллаборация с айлайновской версией. Это реально очень популярная игра. Вот эти вот поринги, это такие вот питомцы, в общем, довольно-таки необычная тема. Но самое главное, что это уже первая коллаборация, это уже знак того, что в будущем нас ждет тоже еще какие-нибудь коллаборации с другими играми. Ну, мне кажется, это прикольно. Сейчас с MMORPG коллаборация, надеюсь, в будущем еще с кем-нибудь, может быть, с легендарным Фортнайтом будет коллаборация, не знаю. Но, в общем, по этому событию будет ясно одно, то, что это будет необычно, это будет эксперимент, и нужно будет посмотреть, какие отзывы будут. Насчет питомца, насчет стилистики, да, мне тоже не особо нравится, но почему бы и нет, почему бы и нет, кто запрещает, мне, в принципе, по кайфу. Главное, чтобы это было интересно и делали дополнительно интересные ивенты. Они, в принципе, и сделали, и будем ожидать, что дальше появится. Вот, очень такое вот обновление насчет Рагнарёка. Будет у нас два костюма, будут поринги и, в принципе, головные уборы. Все. В принципе, ничего другого ожидать не нужно. Будем опять забирать всякие рандомные предметы и все. На этом, наверное, это событие закончится. Хотя, может быть, что-то еще добавят. Ладно, идем дальше, ребят, погнали. Ну, а дальше я, конечно же, должен был показать эти самые сеты, которые добавят в ближайшее время в игру, которые у вас на заставке. И что в них особенного, то, что это необычные сеты, во-первых, потому что они под стилистику MMORPG сделаны. Каких-то в них особенностей нет. Я бы хотел, чтобы эти сеты на самом деле сделали бы легендарные. Помните, был легендарный костюм. Вот, я бы такое вот бы не против был бы. Вот, эффекты тоже есть. В принципе, ну, неплохие сеты. Но на самом деле, на мужика мне больше всего понравился. У него там такие когти, вы сейчас это все увидите, это прям прикольно выглядит. На девушку, конечно, ну, в принципе, неплохо, но на мужика прям вот-вот огонь. Вот, а на парня это просто, это еще намного лучше. Вот, девушка, да, огонь, парень вообще крутой.
То есть вопросов тут нет, вот эти вот всякие эффекты, и как он сам выглядит, целиком сет, это прекрасно, это прекрасно, вообще огненно. Плюс еще и маска с повязкой на глаза, это просто еще отдельный респект. Ладно, переходим к более интересному, более захватывающему, сейчас будет вообще бомба, разрывать вас буду. Погнали, ребят. Ух, ребят, сейчас ожидайте просто куча скинов, просто мега большое количество скинов. Новый М60 выглядит как говно. Согласны? Кто согласен, прям сразу ставишь лайк. Ставишь лайк, можешь написать еще комментарий, что ты согласен. Ну такое себе, М60 как ожаленный зверь, мне кажется, самый топ. Вот. АВМ, неплохая АВМ, выглядит прикольно. Статистики, кстати, пока нет, ребят, сразу говорю, без статистики некоторые оружия будут отображаться. Возможно, у нас на регионе все это будет со статистикой. Но АВМ-ка выглядит неплохо. Хотя я до сих пор гоняю с АВМ, которая желтая. Вот, кто так же делает, напишите комментарии. Вот, в общем, такая вот АВМ-ка будет, ну... Окей, почему нет, новая АВМ. Главное, чтобы стата была. Хорошо, помните, вот сейчас АВМ-94 у нас в джекпоте было, и к ней должен был выйти как раз-таки юмп. Скорее всего, этот юмп будет находиться в лутбоксе, когда вот, знаете, выходит новое оружие, которое в лутбоксе, которое было в оружейном джекпоте, потом дополнительное оружие запихивают туда. Вот. Новый дробовик, который как раз-таки будет новым джекпотом, без эффекта вы его видели, вот как раз-таки он с эффектами, но это полное дерьмо. Мне нравится, как он выглядит, я бы с ним, может быть, даже гонял. Но минус скорость, вы серьезно, Гарена, на дробовик минус скорость? Я просто в шоке, вы о чем, ребят, думали, типа, минус скорость, алло, у дробовика? Вы на полном серьезе сейчас думаете, что это нормально? Это не нормально, это неадекватно, это просто полный провал. Я не знаю, зачем это было сделано, но это реально полный провал. Типа, дробовик, минус скорость, такое себе. Хорошо, идем дальше. Ну а дальше у нас, ребята, это новый спас, и вот он уже, ну, неплохой. Реально неплохой, вот такой вот в стилистике Калахари. Мне кажется, сейчас все под стилистику Калахари начали делать. Вот, как раз таки как кладбище, там, кого, динозавров или мамонтов, там есть такая локация. Вот, эту катану я показывал, я ее очень сильно хочу, она выглядит офигенно. Вы прикиньте, вы с ней гоняете, вы же в руке держите эту катану, она горит у вас в руках, как дробовик огненный. Это круто, прикольно в том, что еще можно сзади нацепить дробовик, было бы вообще огонь. Вот она, та самая P90, новая P90, которая будет разрывать все. Разрывать все, но для вас небольшой челлендж. Написать в комментарии, как переводятся вот эти ставки. Я так и не понял, я пытался перевести, у меня не перевелось через Google переводчик. Может быть, там, через Яндекс, я не знаю, переведется. Вот, в общем, вот эта вот P90 новая будет, и у нее какие же они офигенные эффекты. То есть там специальные глаза, из глаз выходят вот эти вот эффекты. Блин, мне это напомнило сеты, которые были у нас давненько, которые тоже на скорострелец, тоже похожи. Вот, дополнительно к этому выйдет еще и XM8, тоже в таком же стиле. И плюс это еще похоже, знаете, на джекпот, который у нас сейчас есть. У нас сейчас как раз таки джекпот с такими вот глазами. Прикольно, необычно. Хорошо, новый АК-47, ну, типа... Окей, пусть будет, ну, типа, выбьешь бесплатно, ладно, окей. CG-15, со статой, наконец-таки, со статой, это уже, воу, хорошо. Новый спас, тоже, ну, типа, окей, новая СКС-ка, ну, типа, я не знаю, зачем оно такое себе. Опять же, калаш тоже бесполезный, мне, ну, мне не особо впечатляют какие-то скины. А вот это уже интересно, а вот это уже бомба. Новая стенка, которая будет большая и которая будет необычный вид. Я не знаю, где она будет даваться. Я без понятия, где ее достать нужно будет. Но она выглядит просто потрясающе. Это мне напомнило щит, который у нас есть. Я бы со щитом гонял бы, если бы он был не настолько маленький. Но вот эта стенка просто разрывает все, насколько это круто. Ребята постарались, кто это делал стенку. Кто хочет такую же стенку, давай ты поставишь лайк. И я, если она будет в продаже, разыграю ее для вас. Так что запомните это. Еще одна новая стенка, но уже с необычным дизайном, тоже видом перекрашенная.
А с черепом каким-то посередине, ну, вот это вот как раз-таки стенка выглядит очень-очень круто, но вот это вот, например, получше, мне кажется, будет. В общем, вот такие вот скины добавят в ближайшее время, стенка топ. Давайте завершим это еще одним скином, давайте. Ну и последний скин, которым я хочу вас порадовать, это вот этот вот скин в стилистике, помните, Инь-Янь был как раз-таки, и это тот же самый стиль. Тоже похоже, но меня не особо впечатлил этот скин, то есть довольно-таки окей, мне только понравилось, честно скажу, мне понравилась именно прическа. С прической все окей. Насчет остального, ну, может кому-то понравится, может кому-то нет. Ну, допустим, такое должно быть, почему нет? Окей, пусть будет. Вот, кому как. Вот, на этом я буду заканчивать свой ролик, вот такой вот у нас видос получился. Надеюсь, вам понравилось, давайте поставим все лайк. Подпишитесь на канал. Ну и, собственно, всем спасибо, кто меня смотрит. Всем удачи и всем пока. И знаете, что вы самые лучшие. Всем пока, ребят.